государственных органов. Они должны покупать снимки, ставить станции, внедрять это до уровня как бы самых мелких отделений, что ли, до уровня лесников, лесничек, этих самых проверяющих, ревизоров. То есть эта система должна стоять просто в каждом компьютере. Она очень простая и как бы работает тоже так же просто, как вот, например. Но тем не менее, вот вся история Сканекса, вся история природоохранных общественных организаций, мы вот десятки лет просто, как это сказать, приходим и говорим, надо ставить, надо ставить. В рамках, например, федерального проекта.